Около недели назад все блогеры собирались в Дискорде вместе с Михаилом Хаймзоном, и мы должны были задавать интересующие нас вопросы. Я же задал вопрос, связанный с Чапой. Я задал вопрос так, типа, Михаил, не кажется ли вам, что, типа, Чапа немножко портит баланс РМ, и, типа, что дробовик не должен так ваншотить? На что мне Михаил Хаймзон ответил, что да нет, это не имба, всего лишь же 3 патрона. Я считаю, это баланс. То есть, вы понимаете, что это означает, что Миша просто-напросто вообще не играет РМ и не понимает, что может творить это оружие на РМ. И поэтому мне в голову пришла такая гениальная идея, как сыграть в 5 Чап на РМ. Сразу скажу, мы сыграли очень много каток, я не знаю, порядка, наверное, 10, может быть, ну, реально очень много времени потратили, мы ни одной катки не проиграли. Наш худший результат был, это 6-4 счет. Но вдруг мы попались против клана MC Сереги, я решил, почему бы не записать этот геймплей. Уже сразу мы делали полную фигню, то есть мы просто пушили на плюс В, потому что, блин, оружие позволяет делать это. То есть просто, если у вас есть чапа в руках, и вы более-менее можете нормально стрелять, то вы просто можете бегать по прямой и насиловать все, что видите, короче. Кстати, напишите в комментарии, что вы думаете по поводу чапа, баланс это или же нет. Кстати, ребята, я хочу вам сказать, что я в последнее время очень сильно увлекаюсь дисциплиной Counter-Strike и прям наблюдаю, так сказать, за киберспортом этой игры. Но чтобы получать еще больше эмоций, бывает, что я закидываю 500 тысяч рублей на команду, за которую болею. В этом мне очень сильно помогает сайт OneWin, тут быстрые выплаты, выплаты без комиссии, очень понятный и удобный интерфейс. Также тут есть такая фишка, как регистрация в один клик, то есть вы просто нажимаете зарегистрироваться, вводите, кстати, мой промокод MotoCapsLock на английском языке, и это даст вам плюс 500% на первые 4 депозита. Кстати, в четверг в 18:30 играет Astralis против Непов. Я, кстати, залил на Astralis 500 рублей, потому что я думаю, что они должны побеждать. А ссылочка на сайт с промокодом будет закреплено в комментарии. Всем приятного просмотра. Ну все, пацаны, погнали. Погнали, ребят, давайте хрень делать. Давайте двойку просто пуш. А нет, центр. Нет, дайте двойку пушим вместе. Просто двойку пушим. Смоки кидаем? Да просто пушу, просто пушу. Да просто. Да, смоки можно что угодно. Да, да, можно. Смоки, флешки, все можно. Двойку заходим. Чимся, пацаны. Топ тупо, я не буду план ставить, погнали. Не-не, а, плент. Что? Резай, я резу. Настя, ты бомбу ставь. Бомбу ставь. Я поставлю. Спина. Закрути спину, поврат. Надо резать. Один хп. Вот так, бля. Да он заражьте его. Хорош. Я прорываю 5 центр бахнуть. Я прикидываю, если Серега сейчас, короче, сольет эту камку, у него гореть. Да, это просто. Если у него стрим идет, это просто пушка будет. Поехали, просто в смок влетаем, центр, в смок влетаем, поехали. Ну, помогайте. Пушим его. Смоки, отдайте дырис, мы пушим, гараж пушим. Погнали, я в гараж. Там, он четырёх. Не ври его. Я рисаю, кого-то. Где? Ой, чел, гараж еще? Нооо! Хорош! Слушайте, у меня идея, короче, давайте пойдем двойку, короче. Просто пойдем под навесом и в гараж за рулем пятером. Это просто забей, чувак, это нереально будет. Там стоит Алик наверху. Наверху, резайте. Рома пушит. Ну уже меняется тактика. Я в колонок закрыл, что у нас пенит. Не, пойдем в гараж, В гараж. Бомбу возьмите, я случайно выкинул. Господи! Валера, куда ты пикнул? Это МС Серега. Не, сейчас пушим просто в пятером тоже. Их вверх пушим, слышите? Их вверх, это чувак, это просто. Да не, пойдемте по воде, просто смог откинем на воду. Бомба установлена. Заходи, что просто. Хорош, Антоха. У меня, блин, размен. Ну, охренеть. Разменчик. На полке фуловы. Да что нах это за... Вы видели, как я вот этого найта ушпёхал просто в стафе? Давайте пушим, где он? На, просто туда, чисто. Блин, смог Аликом смотрит, оттуда 5 чап. Пойдём еще, пойдём еще раз 5 рпатки, пойдём еще, это вообще имба, слышите? Очередь вообще. Размер. Настя, резца. Поднимай, я крою. Резца. Поехали, через нашу респу выбиваем чисто. Со второго этажа стреляемся, пацаны, короче. Со второго этажа, ну, тут сидит метров. Резаю. Поднимай, я ангар взял. Ангар. Поехали, выходим. Да они далеко заняли, они не в жавике. Да, не авик, а слева, за мусоркой. Лэнд, ооо, хорошо. Резца. На, слушай, резца. Резца, раз, два, три, резься. 20 секунд, пацаны, да быстрее. Влетать, прям пофиг. Настя. Дело. Как они это отдают? Да чувак, да это ствол имбовый, потому что ты ничего не сделаешь против него, понимаешь? Ты смоки накидываешь, ты в шоке. Да, и все, типа, это имбень, чувак. Нам прям подмога, сразу стреляйте, ребят, не бойтесь, типа. У вас.
Ой, все центр! Блин, у меня раз. Давайте, давайте, ребят! Давайте спину! Найс! Забирайте. Вас Чапа, вас Чапа переиграл. Дай мне еще раз, короче, старту, парни, двойку чисто. Чисто под этот, также под навес и в гараж идем. Нормальная тема. А вы бомбухи. Не, полетели, полетели, давай. Полетели, пофигу. Ой, жесть. Настя, еще за нулем, за нулем. Резко можно. Настя, Настя. А, ну НТшечка, НТшка, брат, НТшечка. Если бы она сейчас ваншотила во двоих, я вообще замерз. Слышишь, можно смоки сейчас накидать на двойку, сделать вид, что мы даем и давай, давай. Давай, давай, вообще, ба. Ну надо под гараж, я смог под гараж оставлю. Давайте. Накидайте смоки, я, короче, сразу под первый этаж пойду. И прямо сюда накидываю. И хаешка туда. Осторожно, граната, кидаю гранату. Го гараж, го гараж, го гараж пушит. Го гараж пушит, гараж пушим, пофигу. Еще бронебой не надо. Еще раз мент справа близко. Оп, вот! Найс. Рез, рез. Найс. В респе. Но! Гараж, аккуратно. Но! Они поджимают единицу. Давай, заходим. Ну, заходим. А единицу так просто заходим. Там все равно с ножом. Пять, гараж. Найди меня. Никого вообще. Антон, живи. Я смоки надо откинуть. Инфу. Хорош. А, респа, 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 респа. Ребят, извините. Но. Вот так вот. Забей, худаун. А ты его накоцал или нет? Не-не-не, он респами просто. А. Здраво, как. Ну, это контент мечты. Ну, на этом видео заканчивается. Если вы согласны со мной, что Чапа — это реальный дисбаланс, пожалуйста, поставьте лайкос. Также, если вы не подписаны на канал, то можете подписаться. Я буду рад всегда новой аудитории. Ну, а с вами был Монтон. Всем пока.